Однажды весной вдохновенной в одной из московских квартир собрались совсем не худые спортсмены, и речь у них шла про мир. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый увесистый я. Отправлены разные грузы, и ужский базар взял нас в плен. Шурпа, помидоры, лепешки, арбузы, салон с белодонной курген. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый усидчивый я. Окончился путь не короткий, гора перед нами встает. Присутствие чая, отсутствие водки, разве что трезвый взойдет. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый задумчивый я. Мы вышли, отбросив сомнения, таща рюкзаки по жаре. У каждого было особое мнение, как лист нам по этой горе. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый настойчивый я. Один уронил общий спальник, он в пропасть летел, как топор. Другой молотком зашарашил по пальцу, но всех вместе радует спор. Аркашу, Алешу, Юрашу, Климашу и даже, представьте, меня. И были сказать откровенны, помянуты в трудных местах. И белые горы, и дикие стены, и общество наше Спартак. Аркашей, Алешей, Юрашей, Климашей и сам воспитанным мной. С горы мы пришли с синяками, тут жены нам радио шлют. С такими, как вы, говорят, толпаками, пускай уж другие живут. С Аркашей, Алешей, Юрашей, Климашей и самым порядочным мной. Мы приняли это как вызов, решили, что все, нам пора. Остаться под видом советских киргизов и лазить всю жизнь по горам. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый киргизистый я.